have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Сегодня мы будем с вами смотреть на Red Dead Redemption 2. Там на границе времени, что такое Америка начала становиться местом для закона или что такое. Даже Запад в большей своей части был был успокоен. Некоторые банды до сих пор существовали, но их скоро должны были уже уничтожить. Итак, Rockstar Games. То есть мы сейчас говорим про более поздний период Дикого Запада, когда все вот эти вот налеты, беззакония и всякое такое уже было практически в прошлом. Хорошо. Red Dead. Арон Гарбот, серьезно? Блин, ну, ладно. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Abigail говорит, что она умирает. Okay. И нам нужно остановиться в каком-нибудь месте. Артур. Артур сейчас ищет место для стоянки. Если мы сейчас не. Если мы скоро не остановимся, то все здесь умрем. Артур, тебе повезло что-то найти? Я нашел место, где мы можем укрыться. Старый рудник возле города, заброшенный, не так далеко. Пойдем. Надо будет, кстати, посмотреть, что там насчет языка и насчет титров. Я знаю, что Rockstar никогда не переводит свои игры, это мне известно. То есть у них никогда не бывает... Ну, первая глава. Кольтер. Они никогда не переводят свои игры, и любые переводы, которые существуют для GTA-шек, для всякого такого, это все любительские переводы. То есть официальных переводов от Rockstar они существуют. Есть только субтитры на другие языки, насколько я знаю. То есть голосового перевода у них не существует. Ведите всех сюда. Мисс Гаскелл, get that fire lit quick. Быстренько зажгите огни. Bring in whatever blankets we have. Принесите любые одеяла, которые у нас есть. Посмотрите, что у нас есть насчет еды. Davy's dead. There was nothing more you could have done. Дэвис умер. Но мы ничего не смогли сделать. Well, first of all, you're going to stay here, and you are going to get yourself warm. Now, I sent John and Mike scouting out ahead. Arthur and I, we're going to ride out, see if we can find one of them. Just for a short bit. Я отправил двоих людей вперед на разведку. Мы сейчас с Артуром поедем и посмотрим, сможем ли мы найти хоть одного из них. Все послушайте меня на минуточку. У нас было парочка нехороших дней. I loved Davy. Мне нравился Дэви. Дженни. Шон, Мак. We don't know. Они, может быть, и в порядке, мы не знаем. But we lost some folks. Но мы потеряли несколько. Now, if I could теперь, если бы я мог... In the ground, in their stead, если бы я мог бы лечь в землю вместо них, gladly. Я бы это сделал. But но we are gonna ride out. Мы выберемся. We are gonna find some food. Поскачем, найдем Everybody, еды. We're safe. Все, ребят,
Мы теперь в безопасности. Никто не пойдет за нами через этот шторм. Мы побывали в худших передрягах. Пирсон, Гримсон, нужно, чтобы вы, ребята, превратили это место в лагерь. Мы здесь пробудем несколько дней. Теперь все вы. Быстро согрейтесь. Будьте сильными. Оставайтесь со мной. С нами еще не покончено. Идем, Артур. Ладно, ребят, нам надо кое-что сделать. Слушай, мне не было времени спрашивать. Что там на лодке-то произошло? Мы с тобой разминулись, или тебя там не хватало? Вот что там случилось. Эй, тебе нужны лошади? О, да. Эй, мистер Смит, держи себя в комнате. Тебе нужно отдохнуть эту руку. Так, вот ваши лошади, мистер Смит, пожалуйста, зайдите внутрь и согрейтесь. Так, ребят, секунду. Так, ребят, я сейчас еще раз полазил по опциям. Если что, мы... А, лошадь сама идет, не надо W нажимать, окей, я понял. Или надо, или как-то все. Чертова погода. Через пару дней тут все заметет, если так продолжится. Так, это мы ускоряемся. Насчет графики, ребят. Запустилась игра частично на ультрах, частично на высоких. Я не стал пока ничего менять. А, Ctrl замедлится. Я понял. А камера не будет поворачиваться вместе с лошадью, не? Мне самому это надо делать, спасибо. Hey, не отставай сильно, я не... One, no, не отставай сильно, я тебя не вижу. Нам нужно, чтобы люди были сытыми и согретыми. Последнее, что нам нужно, это волноваться о Пинкертонах у нас на хвосте. Через пару дней... А, блин. Я только на тебя могу полагаться. Блин, они столько трындят. Вот это, короче, еще одна фишка рокстаров. То, что во время езды, во время вождения, во время вот скачки на лошадях, они дофигища трындят. И это меня немножечко всегда бесило во всех GTA-шках. То есть, или ты хорошо понимаешь, вот, например, ты хорошо понимаешь английский, у тебя все хорошо. Но если у тебя кто-то с тобой в машине едет, персонаж, он гаитянец или что-то такое, который разговаривает очень криво, тебе приходится посмотреть на титры. Посмотреть на титры, и все, машина улетает в кювет. Вот, вкупе с тем, что они нифига никогда не переводят, ну, как бы, мне без проблем, я могу это все читать, но одновременно переводить не очень удобно. Эй, ты там, кто впереди нас? Майка. Джентльмен. Ребята. Что-то нашел? Я думаю, да. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Там небольшой домик внизу. Кто-нибудь есть дома? Да, место жилое, там везде огни, и оно просто искрится жизнью. Мак и Шон, мы не знаем. Вот это делишки. Я рад, что ты жив, Майка. Спроси, если он видел Джона. Ты видел Джона, Мака? Ничего не видел, когда начался эта метель. А он будет, он справится. Он всегда выкарабкивается. Я надеюсь, Мак и Шон до сих пор где-то там. Эй, Артур. Давай-ка я займу заднюю позицию, а ты продвигайся вперед, ну, чтобы я был посередине.
Вот-то появляется значок «Поговорить». Не знаю, хочу ли я поговорить с ним. Блин, почему серое и черное? Вот как я должен знать серое? Ну ладно, тут не такой выбор. То есть я нажимаю левую кнопку, а нужно правую. Правую... Are you sure about this? Ты уверен? Ты еще кого-то встретил? Все получится, Морган. Ну, типа, кто еще достаточно сумасшедший, как не ты, чтобы попереться в такую метель? Где остальные-то? Они в лагере. Там не так уж и хорошо, но все-таки хоть какое-то укрытие. Вот, так как Дач мне не сказал, ни с кем не разговаривай, я просто следую приказам, ты меня знаешь. Не знаю, я вот, ребят, ладно. Ладно, ребят, давайте спешимся, потому что это уже прямо здесь недалеко. А, нет, не спешимся, а спустимся туда, потому что let's go down now, boys. Мне показалось, что он имеет в виду, что спешимся с лошади, а он имеет в виду, спустимся на лошадях. Просто он, я думал, он говорит, мы приближаемся, давайте спешимся. Ну ладно. Да, здоровку вижу свою. Хорошо. Че еще меньше не могли сделать иконочку по здоровке, чтобы еще незаметнее было. Так, ладно. Я говорю, ребят, вы, наверное, уже замечали, что на синхронном переводе я не так хорош, потому что я пытаюсь и прочитать, и поймать основную мысль, потому что они говорят на сленге, еще и перевести это все. Поэтому, если криво, косо, заранее извиняюсь, ничего тут не поделаешь. Зажимать. Ну, блин, ну зачем? Вот игродела, зачем вы это делаете? В Far Cry, в Киберпанке и все. Зачем вы делаете зажимать? Сделайте кнопку и все. Так, следует за дачем. Дача это у нас вот этот перец, да, с фонарем, нет? Или да, или нет? Ну, желтый вроде на карте и желтый на, в надписи, значит он. Скройтесь с вида, потому что один одинокий человек не настолько угрожающе выглядит, как три грязных оборванных дегенерата. А, in that shed. Все, понял. Arthur, get in position. Come on. I said the cattle shed, Arthur. Cattle shed? Что ты имеешь в виду, чувак? What are you doing? Сейчас, минуту. Так, это оказалось здесь. Не знаю, почему именно здесь. Ну ладно. Ну, щед, насколько я знаю, совсем не подходит под описание вот этой штуки. Жаль, извините, жаль, что мы вас беспокоим, но у меня с друзьями, у нас небольшие проблемы по пути, мы потерялись в грозе. Мы не можем помочь себе, мистер. Артур, у нас проблемы. Тут труп. Артур? Там, Мамочку, дачу убили, что ли?
Ну да, скорость перезарядки. Воу-воу-воу! Оставь его, он там долго не протянет. А, нет, дать живой. То есть мы с самого начала начали стрелять, серьезно. Зато тут есть хижина. Да, обыщем эту хижину, да. То запах как с вечеринки. Забирайте припасы. Нам нужно самое главное, еда. Почему R это взять? Еще и зажимать R, вы серьезно? Еще и... Почему не I, не F? Почему R? Чем мне с хпшкой, кстати, делать? Как мне восстановить? Так, тут можно обыскать, это можно забрать. Угу, Б. Блин, это... Так, это я, получается... Place is dry, warm. We could maybe move the women and Jack down here. Maybe. Говорит, место сухое и теплое, возможно, нам стоит перевести всех остальных сюда. Я могу залезть? Могу. Прикиньте, прикольно. Прикольно. Я, наверное, переставлю, что можно подбирать на R, потому что это крайне неудобно. R — это перезарядка. С какого перепуга R у нас должно быть подбирание предметов? Мне, возможно, нужно начать паковать все на лошади, а вы ищите. И это проверить, ну, типа посмотреть. Чувак еще и женат был. Ну... Немножечко невнятное управление, блин, жаль. Потому что и так ты находишься в тесной маленькой хижинке от третьего лица. Еще и вот эти вот зажимания кнопок, и серьезно. Кровь? И что, что кровь? Открой просто двери! То есть мне показывают, на чем я стою, что ли? А, это значит, что я оставлю кровавые следы. Ладно, окей, это неплохо. Это достаточно интересная деталь. Пойду еще раз наверху гляну, потому что я мог там что-то упустить, наверное. Не знаю. Тут точно больше ничего нету. Знаете, что пока что немного раздражает? Нажимаешь вперед, а происходит некоторая такая... Практически незначительная микросекундная задержка, но из-за этого такое ощущение, что персонаж двигается вяло. То есть ты нажимаешь вперед, вот я нажимаю вперед, кликаю вперед, видите, и ничего не происходит. Вот нужно прям придержать кнопку, чтобы персонаж пошел. Из-за этого ты такой собираешься вот пройти, шажочек вперед делаешь, вот я сейчас кликаю. Вот я разбираюсь с управлением, чувак, не бузи. Вот, но из-за этого, к сожалению... Still looking, Dutch. Вот, я могу вот это забрать. То есть, я не мог это забрать, пока я ему это не ответил. Ну, нормально. Почему ты не забираешь сразу все? Ну, то есть, я на каждую баночку должен нажимать R, почему ты не собираешь сразу все, что тут лежит? Ладно. Знаете, вот как в машинах с плохим рулевым управлением, когда ты поворачиваешь руль буквально на пару градусов, но машина при этом не поворачивает. Но то же самое происходит здесь.
Обыщи это, посмотри, может быть, мы что-то упустили. Классно, ты мне не доверяешь. Молодец, чувак. Так, исследуйте сарай. Сарай это сюда? Нет, это по-моему, отхожее место, да? Так. Наверное, значит, туда. Ты не хочешь подзаткнуться немножечко, чувак? Там кто-то сейчас будет, 100%. Значит, зачем револьвер... Ну, блин! Почему F? Почему, блин, F? Драка немножечко похожа, как во второй мафии. Yet. Find out what they're doing here and where Colm is. Узнай, что они здесь делают. Так, а ну-ка разговаривай. Where's Colm O'Driscoll? Где Colm O'Driscoll? With the others. С остальными. В старой шахте. Рядом с озером. What are you bastards doing? Что вы здесь делали? Почему вы здесь? Мы собираемся ограбить поезд и собрались взрывать рельсы. Я не знаю, что-то я упустил что-то дальше. Ну, мне кажется, что у тебя получилось, Артур. Можешь делать с ним все, что хочешь, мне пофиг. Спэр, с чего бы я это спэр? Ну, это нормально. А, револьвер подобрать. Ну, какие вода... Таб! Сколько, сколько здесь кнопок? Давай ты сейчас нажмешь R. Не, потом нажми F. Не, теперь нажми I. Не, теперь нажми Tab. Чуваки! Причем Tab подобрать оружие, R подобрать шляпу. Нет, понимаете, когда я жалуюсь... Когда я жалуюсь на то, что... Ну это же не консоль, дайте нам... А, G успокоить лошадь, вы серьезно? Сколько еще кнопок здесь будет? Когда я жалуюсь на то, что... Обычно перенос с консоли проходит тем самым путем, что... я говорю, что зачем вы так криво перенесли? У нас же клавиатура, у нас есть дофига кнопок, мы можем под каждое действие... погладить. Под каждое действие подобрать любую кнопку. Я не имею в виду, что я под каждое действие хочу вот эти вот... Блин, ну должно быть что-то универсальное для экшен-действия. Должно быть что-то универсальное. Я могу еще понять... G для того, чтобы погладить, и для того, чтобы вести, и... Ребят, на мой взгляд, это огромнейший такой перебор. Да, чувак еще там, с ним покончено. Ладно, у нас неплохая лошадь. Тебе стоит ее придержать. Ну, типа, забирай лошадь себе. Да, давай мы сюда пойдем, пожалуйста. Хитч, зачем? Она пряталась на чердаке, я был на чердаке, нифига там никто не прятался. Посмотри, она же одна из них, она не одна из них, посмотри на нее. С вами все будет в порядке, мы вам не причиним зла. Нам нужно убираться быстро. Ну вы же сами тут сейчас все испалили. С вами все в порядке? Они пришли 3 дня назад.
Убили мужа. А теперь вы еще и ее хату спалили, нормально. Вы теперь в безопасности. Вы не можете здесь оставаться. Пойдете с нами. Артур? Все нормально, ладно? Мы плохие люди. Но... Но не такие, как они, что ли? Что? Так, садитесь. Мы привезем вас в безопасность, пока не выясним, что да как. Как зовут? Мэс. Эдлер. Адлер. Сэйди Эдлер. Сэйди Адлер. Миссис. Миссис. Он был моим мужем. Кто? А, чувак в повозке был твоим мужем. Все, я тебя понял. Вот, ну, хорошо, это сложилось. Hey, somebody's coming. Кто-то едет. Looks like it's Dutch. Это Дач. Hey, everybody, Dutch is back. Дач вернулся. Micah found a homestead, but we weren't the first. Майка нашел дом, но мы были там не первыми. Там Дрискалы... Дрискалы... Мы нескольких там нашли, но есть еще... Ну, как бы мы понимаем, что там есть еще. Они собирались ограбить поезд. Но мы нашли некоторые запасы еды и одеяла. И эта бедная душа, мисс Эдлер, мисс Тилли, мисс та-та-та-та-та. Дай ей что-нибудь выпить. С вами все будет в порядке. Вы в порядке, вы в безопасности. Они сделали из нее вдову, животные. Она не спала 3 дня. Ушел, покажет вам путь. Дадим вам. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. Да давайте уже все укладывайтесь в постель. Все, хватит приключений на сегодня. К чести этой игры хочу сказать, что, скорее всего, какая-то другая игра повела бы нас разбираться дальше с бандой, но здесь мы видим действия обычных людей, которые побывали в перестрелке, устали и вернулись отдыхать. Это немножечко попахивает реализмом. Привет. Абигейл. Как дела? Just fine, Abigail. Все нормально, а ты? I need you to. I'm sorry to ask, but. It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John. Маленького Джон не видели уже 2 дня. I mean. Джон будет в порядке, я имею в виду. Он тупой как камень. But that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur? Javier, можешь поехать с Артуром? Поискать Джона. You're the 2 best fit men we've got. Вы самые подходящие ребята для этого дела. We're all... Yeah, we're pretty worried about him. Мы волнуемся за него. The situation were reversed. He looked for me. Thank you. Заставляют ехать искать сюда. Я знаю, что Джо направлялся к реке. Насколько мы знаем, он ехал на север и не оглядывался. Он бы не уехал, не так. Это же уже не в первый раз. Вы думаете, что он просто сбежать мог отсюда, кстати? Ну... я вижу дым. Давай пойдем посмотрим. Я надеюсь, что это никакие не оставшаяся банда Дрискаля. Блин, эта фамилия вызывает у меня просто... Ладно. Посмотрим, если кто-то остался.
А, они, сам, кто-то ушел недавно. Left это не о, в данном случае не остался, а ушел. Там есть следы, которые ведут к реке. Можно смотреть прямо с лошади. Несколько часов назад. Я думаю, что уже показ бы, если бы несколько часов. Я вижу следы здесь. Как ты видишь следы в воде, ЕПРЦТ? Или ты их через это видишь, через воду? Ну ладно, возможно, здесь ты их мог заметить. Это следы от лошади, но это может быть кто угодно. Bounty hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. А, Хавьер, ты был на той лодке. Расскажи, что случилось. Говорит, у нас уже были деньги, и тут они оказались везде. Кто? Пинкертоны. Там начался град из пуль, ну, в общем, перестрелка. Дач убил девушку, но это была плохая ситуация. Ну, в плохое время в плохом месте оказался. Они продолжили. Они пошли дальше вот здесь. Шон, там, ну, короче, кого-то подстрелили. Я удивлен, что мы вообще. Ну, я же нажимаю. А, это V надо нажимать. А, это синематический этот вид. Ладно. Типа, чтобы смотрелось красивее. Снегопад сильнее стал. Так а как вы видите здесь хоть какие-то следы, если хотя бы за полчаса тут все заметят? За какие полчаса? Минут за 20 тут все заметят. Какие следы вы видите при таком снегопаде? Вы что, ребят? Игра, окстись. То есть, тут очень много классных таких фишек под реализм, которые реально классно выглядят и ощущаются. Но вот такие вот вещи, ну при таком снегопаде и ветре, ну вы что, какие следы? Ну, блин, это же бредово. Тут я даже сомневаюсь, если бы кровавые следы оставались, я думаю, их бы тоже замело, не то что обычные. Вот, вот смотрите, чистый снег перед вами, смотрите, чистый, блин, снег перед вами. Я понимаю, что тут сейчас только один путь, и дальше им идти, ну как бы в сторону некуда. Но до этого он же как-то нашел следы за рекой и всякое такое. Много свежего снега здесь. Не знаю, Хавьер. Мы не можем никого выследить. О, спасибо! Давай еще немножечко пройдемся. Может, мы опять подберем след. Так, блин, даже сама игра это признает, что дофига снега, тут ничего не видно. Вы посмотрите. Что я должен там увидеть? Там, посмотри, видишь? Что я должен увидеть? Вот это? Да, хорошо. Джон ехал на этой лошади, когда мы покидали Блэквотер. Посмотрим, если он нас услышит. Помогите, я здесь. У меня лошадь сама начала скатываться вниз. Наручник надо было поставить. Ну, пойдем, пойдем, веди. Так, я понимаю, у нас есть счетчик, ну, не счетчик, а показатель температуры. Температуры, что ли, что мы можем замерзнуть или что-то такое. На самом деле, последний раз, когда я видел подобную штуку, вот когда... Если это в самом деле показатель температуры. То есть ты мне предлагаешь... Q. Hold Q. Ну вот, я и взял этот револьвер. Чего мне... Да чтоб тебя. Как я тебе шотган-то возьму? Так. Horse weapon. Hold you. Это с этой стороны надо подойти.
Так у меня нет шотгана, вы чё? А, QE. Серьезно, это вот так, а почему не здесь? Блин, вот это сейчас тупо было. Я могу вести свою лошадь как-то? Ладно, пойдем так. То есть, если есть меню оружия, то есть есть отдельное меню для вещей, есть отдельное меню для оружия. Но в меню для оружия, подчеркиваю, для оружия, у тебя нету всего выбора оружия в меню оружия. Тебе нужно внутри меню оружия листать еще одно меню, чтобы пролистать оружие. Вот это очень глупо, на мой взгляд. Тут скользко, осторожнее. Да мы бы уже давно голову тут сломали. Ты чё, чувак, под таким углом спускаться? То, что я взял дробаш, мне не нравится. Я вообще не очень люблю дробаши. Особенно у нас это сицилийский обрез вот этот вот двуствольный. Ну, такое себе. Мне такой расклад не нравится. А, ребята, это не холод. Это стамина. Это усталость наша накапливается. К сожалению, такого показателя, как холод, здесь нет. Я обрадовался, потому что, пожалуй, единственная игра с открытым миром, в которой я видел показатель холода или жары для персонажа, это была Zelda Breath of the Wild на Switch'е, в которую я играл в прошлом году. Не на канале, чисто для себя, потому что у меня нет возможности записывать со Switch'а. И там реально детали и мелочи очень сильно радовали. Пожалуй, это, наверное, лучшая игра, в которую я играл с детализацией, с открытой... Ну, не с детализацией, имею в виду, а с вниманием к мелочам. Здесь очень много внимания к мелочам, но очень многие вещи, к сожалению, сделаны косячно. Их можно было сделать лучше. Но все-таки чувствуется, что игру делали Rockstar, и поэтому она довольно качественная. Хотелось бы просто, чтобы они это все сделали аккуратнее и допилили бы немножечко. Но я так понимаю, что 2 года уже прошло, никто этим заниматься не будет. Никакого допила, ничего не будет. Поэтому, к тому же, у этой игры есть огромная армия поклонников, которые просто боготворят. Поэтому я просто не вижу смысла для Rockstar что-нибудь еще думать и делать. Вот, это просто какие-то мои личные, мое какое-то личное мнение. Оно вполне может не совпадать с вашим, я это понимаю. Алкоголь на морозе, в принципе, алкоголь это плохо, но алкоголь на морозе это опасно. Не пей эту гадость. Еще и выбросил, ну что за свинья, донеси до урны. Не, я в принципе понимаю, какая урна в те времена и вообще всякое такое, но... Зачем я буду звать Джона, я что, дебил что ли? Все вот эти вот фишки в фильмах меня всегда бесили. Когда ищут кого-то, идут и орут его имя. Вот, видите, он сам нас позвал. Как он с такого расстояния наши выстрелы услышал? Ну, хотя ладно, это горы, здесь эхо очень сильно раскатывается. Выстрелы, кстати, он мог услышать, это правда. О, чувак. Хорошо поцарапался. Никогда бы не подумал, ну, что скажу это, но я рад тебя видеть, Артур Морган. Не так уж хорошо выглядишь. Да и чувствую себя не так уж хорошо. И замерз до чертиков. Так, только сейчас не сдохни. Пойдем, дружище. То есть некие события на лодке, на которых Артур не участвовал, но в которых участвовали его другальки. Так, что за угол камеры такой? Вы у Resident Evil учились? Я же говорил, Дача, что ты неправильный человек для этого, ну, видимо, чтобы куда-то вылазить. Надеюсь, это нас выведет. Оно-то красиво, я понимаю. Вот. Ой, не. Видишь там на скале? Я их отвлеку, пока доберусь до лошадей. Так лошади-то вон, если чё. Get you out of here.
Arthur, distract them! Keep them off us! Так, а, блин! Минус. Да нормально, я же... Да, на... Блин, ну вот... Это было сейчас тупо. Нажимаю... Да, да, рестарт, хорошо. Ретрай чекпоинт. Блин, все зажимать надо, ну вы серьезно? Смотри, сколько держать-то надо. Я могу это пропустить? Почему я не мог целиться из дробаша? Не хотите мне подсказать? То есть я нажимаю правую кнопку, чтобы целиться. Но при этом прицелиться не могу. Вот, теперь могу. Нормально. То есть на полном серьезе. До этого я нажимал. Вот сейчас, например. А, потому что, блин, на правую кнопку у нас еще и... Диалоги. Уйди. Какой гений это придумал? Я... Та-та-та-та, уйди. Уйди. Минус. Да ну нет. Ой, значит, чтобы поднять вещь, у нас есть Tab, E, R, F, что угодно. Чтобы прицелиться, у нас одна и та же кнопка на диалоге и на прицелиться. Кто придумал это говнище, не подскажете мне? И почему я должен был... Я говорю, мне не понравилось то, что я... Скинь это говно с плеча! Почему я должен идти с двухзарядным дробашом? Я бы с пистолетом гораздо лучше справился. На подходе их бы... Вот тут вот пострелял бы всех, и вообще не было бы никакой проблемы. Нет, блин, дают ближнее оружие ближнего боя с двумя... Перезаряди. Да, отвали. Все. Блин, это дебильнейший момент просто сейчас был. То есть, это не сложно, это просто очень глупо, то, что сейчас произошло. Ну что, мне пришлось переигрывать это два раза? Это вообще дичайше. Ну, давай, беги уже. Все, валим отсюда. Следуйте за Хавьером. Да-да, давай присоединимся к остальным. Вернемся к ним. Не очень-то хорошо себя чувствуешь? Да будет все с тобой в порядке. Это просто как собачий укус. Я знал одного чувака, которого укусила собака. Он через час сдох. Это не про тебя, пока что. Серьезно, я хочу посмотреть в глаза тем людям, которые... Серьезно, ты упал с лошади! Да сядь на лошадь! Повернись! Тормознутое управление, ну зачем ты так со мной? А, их убили, все, нормально. Чекпоинт, конечно же. Давайте с того момента, где мы уже скачем, давайте. Какой имбецил придумал кнопку разговора и кнопку прицеливания на одно поставить? Я, конечно, это потом переставлю, если вдруг буду продолжать в это играть. Но, блин, это же ж просто подстава. Причем оно такое маленькое, такое внизу, и ты же никогда не подумаешь, что кто-то догадается так сделать, вставить диалоги в бой какие-то. Просто бомбиссимо сейчас, ну не знаю. Гориссимо, бомбиссимо и все, что может происходить. Так, в общем, у меня лошадь просто тупо спотыкнулась. Да прицелься ты! Alejandro.
минус. Поверни ты! Что с камерой? Что с чертовой лошадью? Ты можешь направо ехать, блин? Кобыла имбецильная. Да, ну короче, понятно все. Поворачиваю направо, нажимаю на D. На D нажимаю, лошадь продолжает поворачивать налево. Почему? Вытащи пушку сразу. Тут было бы, кстати, гораздо более логично, если... Вот что сейчас произошло? Я нажимаю на D. Лошадь взяла и сделала мне вираж налево. Нажимаю направо, серьезно. Лошадь делает вираж налево. Каким образом? Скачи! Почему нужно... Блин, это же не машина, это лошадь. Почему я должен поддерживать ее скорость? Почему я должен... Я его затоптал. Есть. Ну опять же, это не тяжело, это глупо. Так, вот теперь можно взять револьвер. Я мог, кстати, наверное, сразу это сделать, как только пересел на лошадь. Ну ладно. Мне придется придумать интересную историю для этого шрама, чтобы... Ладно. Просто забейте. Не знаю, вот эти вот фишки с диалогами и стрельбой. Я не знаю, ребят, не знаю. Вот эта серия у нас будет, типа, давайте посмотрим. Я хочу, во-первых, посмотреть на игру, я никогда в нее не играл. Помогите снять Джона с лошади. Нам тут нужна помощь. Блин, тринтят они реально дофига. Можем получить помощь? Нам помощь нужна. О, живой, живой. А, вот так, вот так. Осторожнее, идиоты, моя нога. Его нога. Его, на это другой говорил. Спасибо вам, ребят. Спасибо, Артур. Есть другие девственницы, которым нужно спасение. Ты дальше там говорил, как мы все отсюда выберемся. Как только погода сменится, нам нужно... Нам нужно на восток. Но на востоке цивилизация, но на западе у нас проблемы. Так, ладно, ладно. Я так понимаю, что они скрываются или что-то такое. После этой истории с кораблем. Мы бежали неделями. Нашли убежище. Мы ждали, пока немножечко оттаем. Вряд ли, конечно, прям до весны. Так, FJ, тут можно все читать, я так понимаю, да? Тут у нас блокнотик. Хорошо. Ребят, давайте тогда на этом моменте мы тогда закончим. Я говорю, сегодня у нас будет такая посмотрешка, потому что я никогда не играл в эту игру, мне было интересно. Ну и хотел поделиться с вами тоже опытом этим, так уж и быть. Вот, не знаю, говорите, что вы думаете об этой игре, пишите ваши размышления, рассуждения, что, как, кто играл, кто не играл, что вы думаете про эту серию. Это экспериментальное, я не знаю, будет ли...
следующая серия. Если будет, то когда она будет? Я хочу также посмотреть и на вашу реакцию. И хочу также посмотреть, захочется ли мне дальше в это играть. Потому что здесь очень хорошие плюсы я увидел в этой игре. Но, к сожалению, очень много минусов, которые я боюсь, чем дальше, тем будут меня сильнее раздражать. Я пока что не уверен. Мне нужно успокоиться пару денечков, обдумать, понять, что я хочу от этой игры. И хочу ли я что-то от этой игры. Потом уже решим. Пока что на этом у нас, ребятушки, все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.